Всем привет, с вами Астрем, вы на канале Рухард Project, и мы продолжаем играть в Tales of Zestiria. Предыдущая серия была очень-очень насыщенная на различные события. Сначала на нашу группу покинула Алиша, затем ее обвинили во всех, наверное, грехах, которые только можно было придумать. Затем Империя Роланд пошла с войной на это государство. И затем Сарея вынудили ради Алиши вступить в эту войну против Империи Роланд. И у Сарея, как несложно догадаться, выбора особого не было, кроме как принять это условие. Мы все слышали, это отвратительно, а нельзя просто переждать. Они выжмут из тебя все до последней капли, а когда все сделаешь, они наверняка просто убьют госпожу Алишу. Я тоже пойду. Правда? Мы все знаем, что обвинение против госпожи Алиши — полный вздор. Мы отправляемся в Озерный Град, чтобы обратиться к совету напрямую. Все верно, совет не сможет просто отвернуться, если к нему обратятся граждане. Поэтому прошу тебя, не сдавайся. Просто пообещай, что вернешься. Мы будем ждать тебя, добрый пастырь. Большое всем спасибо, я еще вернусь. Ну вот, по крайней мере, люди верят в Сарея, люди верят в пастыря, и это, наверное, самое главное в деле пастыря. И это, по идее, должно придавать Сарею сил. Так, а без Алиши теперь, по идее, будет куда сложнее сражаться. Наверное. Ах, ты ж точно, теперь только один у нас может сражаться Серафим. Точно, точно, точно. Я совсем и забыл о том, что у нас же сражалась Алиша в паре с другим Серафимом выбранным. А теперь только Сарей и еще один Серафим может быть. А вот это уже грустно. Теперь придется пострадать. Причем, наверное, будет очень больно. Так, понять бы еще, куда бежать нужно. На карте ничего нету. Но есть только одна неоткрытая область. Туда мы и пойдем. Будем надеяться, что этот выбор будет верным. Так, стоять, стоять. А, вот это грустно. Так, ну, все у нас уязвимы к огню. Ладно, Лайла, давай. Твое время пришло. Ай, да не, ладно. Наваливает довольно неплохо Лайла. И рейтинг неплохой. Не все так плохо. А, вот эти самые белки. Те самые, где Эдна издевалась над Алишей. Прям воспоминания повсюду. Так, здесь тоже. Тоже здесь нужна нам Лайла. Но мне не нравится то, что Сарея вынудили сражаться против других людей. Это в его планы вообще не входило. Так, все повысили свой уровень. А Сарей еще и мастерство в титуле повысил. И любопытный у нас уже 3 уровня. Ладно, пускай качается дальше. До максимума, если раньше не дадут какой-нибудь новый титул. Так, ну и снова Лайла.
Поехали. Просто минус пол хп с одного удара. Отлично. И куча рейтинга. Лучше передумать нельзя. Блин, после боя камера сбивается и непонятно, куда шел и откуда шел, и зачем вообще шел. 30 очков объединения. Да ну, это, по-моему, можно уже объединять все, что угодно. И сейчас мы этим займемся. Да, именно вот так вот выглядит вся эта война, страшно, ужасно. И нам несложно догадаться, что придется идти в самое сердце этой битвы. Так, сохраним игру. Заодно просмотрим, что у нас там с меню хранителя. Ну, рейтинг потихоньку поднимается. И это хорошо. Так, с кем здесь поговорить нужно? А, посмотрим. А, опа. Попался маленький Нормин. Ну-ка. Грохнус. Плюс 20% к наносимому урону после оглушения врага, да? В серьги, наверное, воткнем. Во, все, еще одного Нормина нашли. Это дело нам должно помочь. И я хотел заняться объединением. Так. Кто у нас там, Лайла, этим занималась? Уже 30 очков объединения. Так, а что если мы... Плюс 4 к атаке, плюс 4 к атаке приемами, плюс 4 к атаке приемами, плюс 4 к защите от приема. По-моему, то, что нужно. Так, меч объединили. Еще можем объединить бамбуковую бумагу Лайла. Так, жилет не можем. Да, нужно оружие первым делом прокачать, чтобы было попроще. Так, поехали. Угу, 2 очка осталось, все, и Эдна. У тебя... А, вот оно что. Очки объединения, они общие на этих двух персонажей. То есть тратятся они вместе, но растут быстрее, если этот навык взят несколькими персонажами, ладно? Вижу, ты пришел, пастырь. Где Лукас? Готовит засаду на правом фланге. Иди сюда, пастырь. Ты проведешь атаку передней и центральной. Эй, пастырь, ты должен мне подчиняться. Ты не забыл, что это мое поле боя? Я знаю, что я должен делать. И это не зависит от того, чье это поле боя. Что такой сопляк вообще может сделать? Они там в совете совсем с ума посходили. Вперед, мы тоже идем. Какая музыка здесь красивая. Нам нужно, так, преследовать наемников, напавших на бойцов правого фланга. Мы идем спасать Лукаса.
А, да, действительно, это монолит. Защита. Ряд боевых действий работают во время непрерывной защиты. Таким образом, защита становится разумной тактикой. С другой стороны, при постоянной защите вы теряете концентрацию и способности. Время от времени нужно... Время от времени накопившееся напряжение нужно выплескивать в атаках. Смысл в том, чтобы найти баланс между защитой и продуманными контратаками. Ну, ничего нового мы не нашли. А вот сейчас мы купим карту. Нет, мы карту не купим. Или купим? Сдается же мне, это же будет жуткий же бой же. Если же выживем же, обязательно же встретимся еще. Ага, значит, ты мне карту потом продашь. Хитер. Так, янтарный посох. Со скидкой, да? А что у нас Миклио таскает? А, 45 атаки. Так. А здесь атака 30, ну... Не особо, по-моему, это дело зайдет. А вот янтарную диадему мы возьмем. Янтарное одеяние. Так, защита 43. А на наших девушках... Где она? 45-47. Тоже как-то не особо. Ладно, пока ничего покупать не будем. Посмотрим, что за враги в этой локации встречаются. Так, слабости, воздух, ветер, непонятно, что это. Но что-то мне подсказывает, что будет сложновато в одиночку без Алиши с ними справиться. Но выбора никакого нету. Придется. Придется как-то справляться с ними. Ну, хорошо хотя бы, что музыка красивая. И прям передает такой боевой настрой. Так что проиграть просто нельзя. Так, ясно. Стоп. Ну, что я могу сказать? Вполне себе такие враги, как бы обычные, но их дофига. И сложновато в одиночку с ними справляться. Алиши явно не хватает здесь. Так, ну, такое ощущение, что как бы можно и отвалиться, если... Если не похилиться. Во. Да ну, их что, серьезно? Сколько же их? Я что-то со счета даже сбился. Да, по-моему, их просто дофига. Даже неприлично много их. Ой, сколько ж вас. Так, ладно, поехали. Блин, да чтоб вас. Вот твари, а. И нифига не получается сделать то, что хочется. Так, а если мы вот так сделаем? Так, стоп, здесь и вот. Ай-яй-яй. И вот так. Давай. Да ну, вы серьезно, что ли? Я ж так... И отвалиться могу, серьезно. А это уже совсем не весело. Так, все, три штуки осталось, вроде как. Так, где моя энергия? Поехали. Вот, нам об этом только что говорили. О балансе атаки и... защиты и контратаки. О том, как это полезно. Так, давай. Ну, почти. Последний остался. И что-то мне все это нифига не нравится. Это всего лишь небольшая кучка волков. О, Миклио апнулся. Супер. Если все враги будут здесь такие, то мне придется очень грустно. Уф, ну просто так убегать мы не можем. Поэтому будем сражаться. Их трое. Слабость к воде. Идите сюда.
Хелион солдат. Значит, с ними будет сложновато. Хорошо, что у них хотя бы есть уязвимость какая-то. Если бы было как с волками, то это все было бы совсем печально. А так можно набить рейтинг. Хоть какой-то. Интересно, эта территория тоже Рохану как бы подчиняется? Или нет? В общем, вот, с ящерами вполне можно сражаться. Они не такие сложные, как волки. И мы добрались до точки назначения. Где-то здесь уже должны быть солдаты лесного люда. Наемники. С того холма мы сможем увидеть людей Лукаса. Да, враг никогда не заметит Царея. Атака наемников на фланге провалилась. Отступайте. Надо воссоединиться с основными силами. Что? Ты хочешь просто бросить Лукаса, его людей? Если мы ими не пожертвуем, мы потеряем еще больше солдат. Да они же до сих пор сражаются. Добро пожаловать на войну, малыш. Пойдем. Он просто выполняет долг солдата. Это выглядит жестоко, но он ни в чем не виноват. Проклятие. Все эти убийства, в них нет никакого смысла. Воздух наполнен людской болью и ненавистью. А вот почему так тяжело дышать. Поля сражений, котлы, в которых варится и кипит зло. Смотри. Идешь? Еще бы. Я на вас рассчитываю. Не беспокойся, я тебя пощажу. Так, ну, для таких сражений больше подходит Лайла. Она как-то более продуктивно наваливает. Я надеюсь, они выживут, эти ребята. Не хотелось бы никому из людей вредить. Что-то их слишком много. Даже слишком-слишком много их. Ну, выбора особого нету. Продолжим ауешить. Да, Лайла идеально для этого подходит. Получше остальных даже. Так, стоп. Вы чего? Пастырь не может отъехать. В таком бою, ну никак. По идее, силы у вас на это хватить не должно. Так, время хила. Ай-яй-яй. Вот это было больно. Так, время хила, говорю. О, все. Теперь-то можно продолжить. А я смотрю, они все прибывают. Здесь такой не слабый отряд. Так, главное вовремя переключаться между целями. Так, и успеть набить нужного СВ, чтобы похилиться затем. Иначе даже вот здесь вот можно отъехать, я вам хочу сказать. Несмотря на то, что это люди, их, ну, очень много. Так, давай. Даже очень-очень много здесь людей.
Так, да ну. Не-не-не, ребята, стоп, стоим. Не шевелимся. Так, зашло, поехали. Уф. Или ХП так слабо установилось, или мне его так быстро сняли. В общем, непонятно. И грустно мне в то же время. Уф, так, ладно. Время отступить и похилиться. Так, говорю, похилиться самое время. Так, все. Да стойте вы, ну! Что же вы такие упертые? Так, все, хилимся. Ну, есть, зашло. Ну, они уже успели. О, ужас. Они успели снова навалять. Да сколько ж можно? Сколько вас здесь? Да, здесь действительно какой-то большой отряд. Империи Роланд. Да, потери они понесут не слабые. Это 100%. Если Патри, конечно, выживет. Дайте хильнуться. Есть. Есть. Так, вот. Да им конца и края нету просто. Куда же вас столько взялось здесь? Это уже совсем не смешно. Оф, так, ладно. Энергию восстановим. Поехали. Очень-очень затяжной бой с людьми. Вот, их двое осталось, я смотрю, они больше не прибывают. Неужели это конец? Неужели это последний воин? Ну... Да, это был последний воин. Если честно, я устал даже. Как он способен творить такое одним только мечом? Какого черта? Кто-то блокировал мой удар. Чудовище. Что здесь происходит? Пастырь? С дороги. Лучники! Не может быть. Это истинная сила пастыря? Лукас, идем. Да. Войска Реланда. Отступите. Что за чертовщина? Я слышу голос у себя в голове. Кто ты, черт тебя дери? Я не буду просить еще раз. Отступите. Это демон. На стороне Хайленда сражается демон. Бегите. Я рад, что ты в порядке. Сэй.
Сарей, однажды они поймут. Точно. Спасибо, даже если ты просто пытаешься меня приободрить. Решил поплакаться? Неа, еще есть кое-какие дела. Все кончено. Еще нет. Осталось избавиться от созданных здесь Хелионов. Сарей. Что ж, думаю, я поддержу тебя в этот раз. Спасибо, Миклео. Ну что ж, еще одна интересная серия удалась. Очень эпичная, я бы даже сказал. И, к сожалению, даже Лукас до конца не понял, что здесь происходит. Уничтожить их! Генерал, бой уже окончен. Пастырь, наивный, как и стоило ожидать. Чем больше крыс мы раздавим сейчас, тем меньше их будет в следующих сражениях. Я уверен, что это не обязательно. Похоже, с ним совершенно невозможно договориться. Пастырь, только благодаря тебе нам удалось победить. Лучше веди себя достойно. Тварь. Надеюсь, вы не забудете о нашем уговоре и освободите Алишу. Он очень подлый, даже по людским стандартам. В текущей ситуации совершенно не важно, сколько Хелионов мы очистим. Согласна. Нужно убраться подальше отсюда, пока все не успокоится. Хорошо. Да, дорогие друзья, классная серия. Прям то, что нужно. Вот этого я ждал от Зестирии. Пока сюжет мне очень нравится, надеюсь, вам тоже. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.